Добрый день. Модуль аналогового ввода МВ110-224.8А производства АВЕН интересен нам с той точки зрения, что к его 8 входам можно подключать весьма разнообразные источники сигналов. Это и термометр сопротивления, и термопары самых разных градировок, токи, напряжения, потенциометры и даже сухие контакты. Питание модуля осуществляется от сети переменного тока, интерфейсная часть представлена RS-485, протокольная часть известными такими протоколами, как Modbus RTU, Modbus ASCII, естественно, AVEN и даже DECON. Покажем, как с помощью канала класса Call с типом вызова Channel Group Request снять показания со всех 8 аналоговых входов модуля MV110-224.8A. Параметры связи 9600N8.1, адрес устройства 16, а вот протокол обмена данными Modbus RTU. Для начала обратимся к руководству по эксплуатации. Подключение прибора. Назначение контактов. Схема подключения термометров сопротивления, термопар и источников напряжения. Здесь представлено описание регистров. И используемых команд для чтения данных. Ну и прочие подробности, которые тоже нам будут важны. Ну вот, теперь соберем небольшой тестовый стенд и подключим наш модуль через конвертер интерфейсов к порту COM1 нашего компьютера. Здесь мы видим, к нам подключена термопара градировки хромель-алюмель, термометр сопротивления платина 100 и на 7-й вход подключен выход генератора сигналов специальной формы, контроль за которым будем вести с помощью осциллоскопа. Ну, то, что модуль 8-входовой, это мы тоже увидели. Далее, установим на компьютер конфигурационную утилиту, которая поставляется вместе с модулем, и выполним описание подключенных к модулю источников сигналов. Термопара на первом входе. На втором, третьем, четвертом, пятом и шестом входе у нас как бы подключен датчик напряжения 0,1 вольт, но реально на стенде за короткий. Седьмой вход аналогично, но там выход генератора сигнала специальной формы. И, наконец, вход восьмой. Это термометр сопротивления с градуировкой платина 100. Запустим данную утилитку и посмотрим, каково состояние наших входов. Да, стоит обратить внимание, что напряжение на входе 7 указывается не в вольтах, а в относительных единицах, в процентах. А вот это и вот это температура окружающего воздуха в нашем офисе. Жарко у нас. Загружаем интегрированную со льдо разработки TraceMode базовой линии. Создаем новый проект в стандартном стиле. Ну а разработку проекта начнем от слоя источники приемники. Однако все регистры нашего модуля из рассмотренной ранее таблицы мы создавать не станем. А воспользуемся тем, что так как они идут непрерывно друг за другом и, что называется, без промежутков, то можно организовать групповой запрос и уже из полученного массива данных выделить требуемое, а именно измерение со входов 1 по 8 в представлении с плавающей точкой. Ну а раз так, то с помощью правой кнопочки мыши создаем группу Modbus, а в этой группе вот такой вот компонент RIN Word 4. Открываем на редактирование и начинаем работать с параметрами. Поскольку мы используем на компьютере порт COM1, то оставляем номер порта 0. Это индекс порта COM1. Адрес нашего модуля по умолчанию 16. Здесь 16-речное представление. Стало быть, 10. Самый первый регистр из нами рассмотренных в таблице имеет номер 0. Оставляем.
тип протокола, направление и формат. Все по умолчанию. Этого, кстати, уже достаточно. Теперь переходим к слою системы и создаем узел RTM. В группе каналы данного узла создаем канал класса call, который открываем на редактирование. Изменяем имя. В типе вызова указываем соответствующий вызов, групповой запрос. Все остальные параметры в данном бланке оставляем заданными по умолчанию. Затем мы переходим в закладку «Аргументы» и создаем на аргументах нашего канала 8 групп по количеству входов. В каждой группе мы видим 4 слова и 2 смежных слова, которые содержат вещественную информацию. Если обратиться к документации, то первое слово – это положение десятичной точки в целом значении для входа 1. Второе слово – целое значение, статус, циклическое время измерения. И, наконец, вот то, что мы представили типом данных RIL, это измерение со входа в представлении с плавающей точкой. И 8 таких групп по количеству наших каналов. Далее, с помощью механизма drag and drop, выполняем привязку нашего источника RInword к каналу класса call. Тем самым мы как раз и организовали групповой запрос всех интересующих нас данных и даже более того из модуля. После того создаем в нашем узле группу COM-портов и созданный там порт COM1 оставляем с параметрами, заданными по умолчанию. С помощью вызова экрана организуем простенький графический интерфейс. Логотип TraceMode, шапка, дата и время и отображение 8 измеренных позиций. Ну, на что стоит обратить внимание, мы используем в качестве аргументов ссылки на аргументы канала call, в которых содержатся уже выполненные измерения в вещественном виде, то есть с плавающей точкой. Обратите внимание. Сохраним проект на диск с именем mb110 знак подчеркивания 8a.prg и выполним процедуру сохранения для MRV. Вот теперь все как бы готово к запуску. Однако, поскольку в нескольких считываемых регистрах содержатся данные, требующие их интерпретации как вещественных чисел, необходимо создать конфигурационный файл узла и указать в нем номер порта и номер схемы дешифрации. Для этой цели мы в папке нашего узла создаем файлик текстовый со стандартным именем tmcom знак подчеркивания xx.cnf. Содержимым нашего конфигурационного файла будет строка вот такого вида. Индекс порта com1, индекс схемы дешифрации 0,0 и служебное слово end_of_cnf. Сохраняем содержимое файла на диск. И вот теперь можно приступать к проверке. Для наглядности запускаем утилиту, которая будет перехватывать сообщения, направляемые и считываемые из нашего последовательного порта. Режим наблюдатель, открыть. А теперь уже очередь и запуска профайлера. Так, выстраиваем и запускаем. Так, идет инициализация последовательного порта. Это уже пошел обмен по Modbus. Смотрим. 29.13, 29.66. А здесь потихонечку изменяется значение. Напоминаю, это в относительных величинах. Вот генератора сигнала специальной формы. Ну, давайте поимитируем изменение температуры. В сторону увеличения, естественно. Ну вот, как-то так. Динамика по термометру сопротивления и термопале разная, поэтому и циферки у нас изменяются по-разному. Что касается данного входа, мы на него не оказываем никакого влияния. Пусть
изменяются, как изменяются. Теперь откроем меню вид, откроем панель МРВ. И давайте поглядим, а что же мы получаем в групповом запросе. Вот наш канал, а вот его 124 атрибут, где мы посмотрим на получаемые от модуля данные. Положение десятичной точки. Это целое число, ну 31,4. Дальше параметры. А вот измеренное число уже в вещественном виде. Это по первому входу, по второму, по третьему и так далее. И так далее. Чудесно. Резюмируя, можно сказать, просто и наглядно. На этом мы наш ролик заканчиваем. Вам спасибо за внимание.